Киллеру, который покушался на жизнь Адама Асмаева, могла выдать поддельный паспорт банда из миграционной службы. Правоохранители сегодня задержали 4 ее участников. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Киева. Цитирую, по сути, это схема, по которой Дакар получил гражданство, и она такова. Злоумышленники подавали миграционную службу поддельные документы тех, кто в России числился в розыске. На их основании преступникам предоставляли украинское гражданство. Потом фиктивный брак, развод и новая фамилия уже бывшей жены. Известно как минимум о 5 россиянах, которым банда помогла. При обыске у арестованных сегодня нашли оружие и солидную сумму налички. Напомню, 1 июня на бойца батальона «Киев-2» Адама Асмаева и его супругу было совершено покушение человеком, который представился французским журналистом. Он выстрелил в Адама, а в ответ получил 4 пули от его жены. На месте происшествия нашли паспорт на имя Александра Дакара, но потом оказалось, что документ липовый, а стрелявший – личный киллер Кадырова Денис Султанов. Сейчас он под стражей на 2 месяца.